6 июля 2013 года. Корнельский университет, так сказать. Не знаю, насколько будет видно. Красивый вид. Саша, с кем они идут? Здесь учатся очень умные студенты, включая одного из друзей нашего Эдгара. Это для таких очень таких. Это кусочек большой территории на самом деле. Сейчас лето, нету студентов. Здесь просто надо иметь очень высокие хорошие отметки, чтобы сюда попасть. Ну и хотеть тут учиться. Не всем уж здесь учат. Тоже.